Как ваши дела? Как настроение? Погода отличная, солнышко, немножко ветерочек, но не такая изнурительная жара, как вчера. Нас слышно, нет? Очень шумно. Так, у нас есть еще 30 минут в запасе. Мы приехали рано на мою работу. Немножечко поработаем. И в наших влогах постоянно болтаю я, Сабиночка у нас в основном молчит. Но расскажи что-нибудь, Сабина. Как твои каникулы проходят? Отлично. Отлично? Да. Что ты делаешь? Гуляю. Гуляешь еще? Тренируюсь. Да, тренируешься. Еще что? Отдыхаю. Она начала книжечку Beauty and the Beast. Две чапты прочитала, и все, да? Третий чапта я сказала, проверю, и так и забросила, но мы обязательно возобновим наше чтение, да, Сабиночка? Да. Нужно учить английский, развивать, пополнять словарный запас. Мы, наверное, купим себе тетрадочку, да, специально. Будет выписывать полезные фразы. На мне платье от Бершка. Эти балеточки я купила в бутике Парфойс в Кирмене. Вот такие вот новенькие. Эта сумочка у нас от Парк Браво. И очки от Альдо. Одета у нас Сабиночка. Рассказывай. Все в ботинке, кроме кроссовок. Кроме кроссовок. Кроссовки от Zara. Zara. Полностью в Айкики, но очень качественно, красивая, да? Да? Сабина сама выбирала. И этот рюкзак. Где мы брали? В спортмастере, да? По-моему, дарили нам. А, в соревнованиях нам подарили. Таразе, да, но этот рюкзак именно от спортмастера, да, вообще. Ну, что еще рассказывай? Мы идем, гуляем. Ага, погода отличная. You can see an old man and his three daughters. The daughters are beautiful. The youngest daughter is very nice. She has blue eyes and long hair. The elder sisters are very lazy. Сабинка тут рисует. Я нанесла масочку. Вот здесь вот как-то вот нанесла не очень, что ли. Сейчас сниму масочку через минут 10 и потом нанесу ретинол. У Сабинки тут творческий процесс. Покажи, что ты там еще рисовала. По-моему, фломастеры какие-то не такие, как те, да? По-моему, вот эти вот лучше, да, были по качеству? Или мне кажется? Или одинаково? Хорошо. Какой красивый! Молодец!